Sabonis and the Soviet Union would face the USA for gold. Gomelski was again Soviet coach in another captivating final. Круговой финальный раунд. Первые два очка Володя Ткаченко набирает после передачи Анатолия Мышкина. Состав у нас такой. 11-й Ткаченко. Вы поменялись местами. Накрывает два раза подряд Карр Ткаченко. И третий раз накрывает. И наконец-то наши. Это Андрей Лопатов зафиксировал мяч. Там кто-то из Америки. Хорошо в защите. Валтерс быстро. Уиггинс из угла мажет. Вот Володя Ткаченко мячик подобрал. Ой, какая передача от Валтерса в отрыв. Грубый гол. Рабочий гол. В спину Лопатова толкнул. Потому что там отдышался на полу. Подвинется. Смотрите. Валтерс у боковой. Диагональная. Может, диагональный забил себе. Четвертый переход Стасика.
еще с фолом. Сандвол фолит, а Валтер забивает с фолом. Это очень важно, и будет пробивать. Белостен не помогает против прессинга. Так он лучше бы не помогал. У него Риверс отбирает мяч и в зале Сандвол бьет. Видите, за одну секунду до конца забивает мяч. Время не останавливается. Счет первый. СССР Еремин успевает. Быстрее оказался Риверс. Надо возвращаться в оборону. Классный блок Риверса. И отличная результативная передача. По ходу движения от Риверса. Просто пошел в проход. И очень сложный мяч. На чувство забивает. В правую сторону у него переключался высокорослый Пинона. Еремин бил мяч со скоком ему от щита. Плохая передача. Это вроде Каченко, чем уже подавать туда мяч. Зато здесь гениально совершенно проход до Риверса. А здесь Риверс забивал сверху вместе с руками Белостен. Каченко пошел в проход. Балаки Джон Леннин против него сыграл. Когда сближается с кем-то из наших больших, то начал он считать свое правило, которое действовали тогда. Карр появился на площадке у американцев. И первая его атака неточная. Здесь Белостенный сначала ошибся в обороне, а потом классно сыграл. Локшот сделал. Еремин забивает мяч. Белостенный и Мышкин отлично сыграли в обороне. Корнер на Карра. Карр попал под блокшот. Коля Дерюгин мячик вырвал, но вместе с мячом упал на пол еще и американский игрок. Давайте посмотрим. Вот передача на Карра. Тот бьет через руки Мышкина Белостенного. Мышкин накрывает. И вот здесь Тернер и Дерюгин за мяч схватились одновременно. Ну, бьют американцы. Средний отскок выигрывает Еремин. Валтерс и Мышкин в быстром прорыве перехитрил. Перехитрил американцев за Еремин на Ткаченко. Володя еще разочек. Так лучше. Не забил с первого раза, но все-таки дотолкал. А у нас потеря при выносе мяча из-за боковой линии. И Томас забивает мяч. 95-93. За два. Забил. 95-94. Валтерс не потерял мяч на дриблинге, остановился. Передача Еремину. Стас между двух игроков проскочил. Спорный мяч показывает за 9 секунд до конца. Показывает Манини, но, честно говоря, с таким количеством потерь, понятно, кто выиграет этот мяч. Пинона отдает передачу. Сандвольд на Глена Риверса. Тот бьет из угла и мажет. И он мажет. Володя Ткаченко подбирает мяч. И сборная СССР становится чемпионами мира 82 года. Повезло. Повезло, что лучший игрок американцев в этом матче не забил мячик из угла без сопротивления. Но еще и повезло и в том, что все-таки наша команда на протяжении большей части этого матча играла в баскетбол гораздо лучше, чем американцы. Просто нервы, расшалившиеся в конце, не позволили одержать в этом матче уверенную победу. Ну, как обычно, по традиции, тренера качают после завоевания золотых медалей. Это, пожалуй, одна из самых приятных процедур. Не уроните папу. Самых приятных процедур в жизни и в карьере тренера. Его поздравляют все, и он тоже счастлив, всех поздравляют. Половина игроков в этой сборной после этого чемпионата мира получают звание заслуженных мастеров спорта СССР. А здесь плачущий Глен Риверс, который так не верит, что он не забил этот последний мяч и не желает давать никаких интервью, отправляясь в раздевалку. Этот матч для вас комментировал Владимир Гомельский. Всего вам самого доброго.